Долар по 32. Такий курс на 2018-й прогнозують дніпровські експерти, пов'язане з дорожчанням з дефіцитом валюти. Наступного року ціни на експортну продукцію значно знизяться. Відповідно, скоротяться і валютні надходження на український ринок. До кінця ж цього року курс триматиметься на рівні 28 гривень за долар. 300 или 350 миллионов долларов были проданы и удовлетворены были заявки по высокому курсу, и, соответственно, курс на межбанке опустился ниже. Вот, на окне это еще не отразилось, и я думаю, что на сегодня валютные, скажем, операторы, да, мы их называем в народе спекулянты, они не преминут воспользоваться этой ситуацией, поэтому рынок на ценник на окне валютообменных будет оставаться высоким до тех пор, покуда будет свободная гривна.